команда есть? Делаем. А откуда вам команда поступила? Как-то. Мастер сказал, и мы делаем. Но это не выход из положения. Да, надо бригаду, бензо- или дизель-агрегат, сварочный аппарат. Народ катался даже по пешеходным дорожкам. Я знаю. Так вот факт. Вот он факт. Вот какой ты дебил. Согласен. Поехал оттуда наверняка. Оттуда поехал назад. Потому что здесь ящик. Да, там не проедет. Вот и вот все радости. Так это все? Бежит, кто-то толкнул. Это смерть. Тем более лед. Управляющая компания, да? Нет. А откуда? Мубжек. Мубжек, да? Нет. И вам позвонили, сказали немедленно устранить, да? Понятия не имею. Что там звонили? Мне сказал наш дежурный мастер. Сделай, чтобы люди не провалились. Ну, там надо вытащить, чтобы люди не вытащили. Здесь... Мы чистим дороги. А это, ну то, что рядом с дорогой, тоже заботимся. Ну и что, каждый день здесь чистит дорогу, и никто никаких мер Почему не Почему каждый день? Здесь, видите, еще не добрались. Но я знаю, что здесь убирает какой-то... Здесь, может быть, работает дворник. Районный дворник. Да. С оттуда заехать он не мог. А почему отсюда заехать? Может быть, с этого кафе...